По сложившейся традиции, празднование Дня народного единства в нашем городе началось с торжественного шествия. В нем приняли участие руководители города, ветераны, трудовые коллективы предприятий и учреждений, учащиеся учебных заведений города. Под звуки духового оркестра с флагами и транспарантами колонна прошествовала по центральной улице, а затем на площади Ленина состоялся торжественный митинг. Открыл митинг исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев. Он поздравил великолучан с праздником и зачитал приветственный адрес от главы города Николая Козловского. Этот праздник напоминает нам о героических событиях нашей славной истории. Сила единства помогла нам победить польско-литовских интервентов, одержать верх над фашизмом в мае 45-го, восстановить страну от послевоенной разрухи, отстоять путь развития нашего государства. Надежной опорой для достойного будущего России всегда будет согласие общества, готовность сообща решать все задачи. Текущие геополитические события наглядно показывают всем нам, что попытки Соединенных Штатов Америки создать однополярный мир терпят крах, оборачиваясь кровавым хаосом гражданских войн. Поэтому сегодня наша главная задача – объединиться и сплотиться во имя укрепления страны, во имя ее будущего и будущего наших с вами детей. Великолучан также поздравили заместитель председателя областного собрания депутата Валентин Каленский, глава администрации города Великие Луки Виктор Каменский, почетный гражданин города Валентин Афанасьев и благочинный Великолукского округа, настоятель храма Вознесения Христова игумен Саватий. Благочинный напомнил, что сегодня Русская Православная Церковь отмечает День иконы Казанской Божьей Матери, зачитал обращение митрополита Псковского и Великолукского Евсевия к Великолучану. Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Этот новый государственный праздник вошел в общероссийский календарь, что является свидетельством искреннего желания граждан нашей страны сохранить межнациональный мир, поддержать обычаи многовекового добрососедства на протяжении столетий, складывающейся в российском государстве. По традиции, митинг завершился возложением гирлянды к стеле города воинской славы. День народного единства, хотя и вошел в календарь праздничных дат не так давно, но стал праздником для всех поколений россиян. Лично для меня, я думаю, что и для всего молодого поколения, которое моего возраста, для них это очень важный праздник, потому что все-таки единство всей страны, оно важно. И когда сейчас очень сложные времена настают для нас, для всех, я думаю, что мы должны быть все равно все вместе, чтобы какие бы ни были преграды, нам это все преодолеть и победить. Продолжился праздник концертной программы «Моя страна, моя отчизна». И перед великолучанами выступил певец из Москвы Сергей Любавин.